По нам или это что? Нет, у меня пока тихо. Так же. А кто стреляет? Стреляет. Прием, ДВшнички, Альфа, браво. Чужачок из другого отделения тоже с нами ходит, по-моему. Может, они были тут уже? Неизвестно. К нам пульки полетят, прилетают, да. У него снайперов нет? Есть. Да есть, есть, я. Репит, а ты где? Я почти на макушечке, чуть правее там. Какой где? Высоты? А это которая слева, высота. А у нее название есть? 25-34. А, дальше даже ты прошел. Все, прошел. Так, мне снайпер нужен, одного я обнаружил. Западнее, северо-восточнее, чуть-чуть прям там под деревом, понял, понял. Там с крыши может еще огонь быть. Быстро вы отстреливали с одного. Да. А снайпер может посмотреть вышку телевизионную или какая-то черная, бело-красная? А... Ребят, для информации, да. Противник не может покинуть зеленую линию. Да, да. Да тут. А пока не усвоилось, обстреливай. Переноси. Пулемет пристреливается по нашей высоте. Репит, ты жива? А, да, да, мы сейчас по маршруту пойдем, снайпер нас прикрывать. Не поднимайся. Тут у нас отделение Шульмана, Альфа, уже частично так потрепали. Практически полностью. Давайте по маршрутику. Это назад отходить придется, да? Я просто не знаю, где вы. Мы сейчас пойдем вот где трапл. Тот район к камням. А, понял. Окей, сижу в камнях, жду вас. Могу его задымить. Там на 40 снайпер сидит, пристреливается полной позиции. Шо, это шо работает? Как зовут? Дымлю, дымлю. Окей. Давайте к все, кроме снайпера, камни там, не, они на 20, не знаю, сколько. К трабру, да? А там дымок вот розовенький виднеется, к тем камням. Ты меня слышишь сейчас? Ты кому это? Даркнесс, ты кому говорил? Да я с нашей пыхой. Понял. Он обстреливает. Блин, спускайте. Мы поливаем. Чарли, вниз, опускаемся. В сторону юго-запада.
Что-то мне это очень сильно напоминает. Под основание этой горы спускаться, что ли? Да, метку дал, да. Основание. За горой проходим. Вижу тебя, да, вижу. Так, это снайпер, наблюдаю на 10 стройка. На стройке на самом верху сидит человек. Километр примерно. Там стоит корт. Или дышика там стоит, пацаны, на нас смотрит. Ну, по возможности сейчас пока не работает, не надо. Или агресс, или дышика там стоит. Так, отделение, давайте вниз и отходим по самой низине дня на 330. Через дорогу. Быстро бегом. Камень, доходим, закрепляемся. Здесь возможен враг очень близко. Прям 32. Можно гранату поработать за камни. Или заходим за камни, можно гранату. Отходим, Паша, где-то здесь гранату. Бэха, привет, на связи. На связи, да, на связи. Сколыч там в район стройки, да? В центре камней нахожусь, здесь вроде чисто. Там я одного подстреливал, но на два справее был. Чуть-чуть северо-восточнее. Там, где репик мне его показывал. Тут можно к забору подойти, в принципе, спустя. Мы репит по улице? По улице пойдем или в обход здесь? Да.
что-то? Частота на разу такая. 117. Ты не отвечаешь. Давай это самое, бы обратно на гору, но не только район 340, вот так вот туда, вот мы сейчас будем ее обходить. Тебя просто плохо слышно. Далековато. Понял. Мой да. Косяк. Так, какой 117, все правильно. У тебя, короче, дуй обратно на 130 в камни. Так, что-то там мелькнуло, как будто. Да. Хорошо. Метр, по-моему, еще. Даркс, у тебя задача будет, короче, нам прикрыть. Сейчас мы пойдем, будешь смотреть на 340, чтобы нас там сверху ничего не зацепило. Наблюдай. А у этих домов двери не закрываются, зачем? А хер на двери. Ты где? А. У меня тут свидетели, по-моему, двигаются. Ты себе во двор зашел? Нет, вдоль за забора. Вдоль понял. Забора, кружок был. Наверх поднялся, да? Да. Вижу. Репит живой. Нашел откуда бил? Нет. Перевязываюсь. Сзади откуда ты? Обегает, скорее всего. Ровненькое место. Сейчас это в дома в углу забиваемся. Дом внизу, который здесь. Он, видать, на крыше где-то был. Я предлагаю сейчас метнуться вон туда наверх и там попробовать засветиться. Так, ты стой, пока я побегу. Понял, репит укрылся? Даже с улицы где-то из-за дома били. Пока повязочку себе поставлю, жгут.
А вы живой? Да, живой. Короче, где-то рядом с нами есть чувак, и дальше нам бьют пулемет. Попробуй зайти в дом, смотреть через окна. Я тоже хорошо. Меня здесь конкретно зажали. Возможно, потеряю сознание. Пулемет по мне только что убил. Он отвлечен. Синенький дом, кто подбежал сейчас, кому пляжа? Там противник за забором. Понял. Может, кто им про... Я ровно за забором. Паша за забором, у меня противник. На нас смотришь, это мы все. Хатап, внимание. Это наш был, наш в камуфляже был прием. В камуфляже наш, а во дворе не наш. И во дворе свой, я тоже. Это я во дворе вбегал. Во двор я вбежал, за забором наш был. Ребята, ты с крыши, скорее всего, да, убили, просто без пулемета. Нет. Я из дома вышел уже. По мне бьют. Издалека калаш. По мне тоже кидают. Пойди за сменю дом. Ну вообще давай так пошел. Ну я дальше прошел по вдоль забора. До улицы дошел, до заправочной станции. Метки на собой остались. Видел врага. Сука, он мелькнул и убежал. Ты любит? Нет, это я. Я враг. Метку на себя дал. Здесь брак есть еще. Вижу. По мне стреляют. Вроде снял. Лупит. Тут у заправочной такое хорошее место, можно пройти. Не мог понять откуда.
Бывает. М? Бывает. Да. Я реально не понял, откуда по мне били. Уже в последний момент вспышку увидел. А там с двух направлений по мне били, понятно. Ну мы тут самую гущу зашли в конце. А. Даже на минной боли. Я это понял. Hey, wake up. В ложбинке, в ложбинке, в ложбинке. Так, миску сейчас допилим, можешь ее залить или на сегодня не получится? Не, залить-то могу, но успеем мы сократить. Не знаю. Она, в принципе, небольшая, там, не как раз потянет. Ну, в конце. Угу. Да. Там опять все пары против русских. Классика жан. А я тобой убил масленками, да? Какие минус 2 минами. Во сколько старт был? В 10 минут, а нет, не 10, в 20 с чем-то минут. 25. А нет, масленка того я не убил. Вот смотрите, нет. Снайпер у вас там богоюзы. На мини подорвался, богоюзы. А что с ним? Да он хэдбак пытается сделать, перезашел. Бедненький. Вот это, блин, миссия с тактикой, а та, она сам, совсем все печально. Которая? Предыдущая фруктовая? Версия, да, да. Там уже все прикатали, уже все-все знают. Ну, как-то подинамичнее будет, что ли. Ну да. О, краб мазухи, как всегда. Умер, что ли? А, нет. Он даже кого-то вынес. Кого нет? Кого-то убил в вышке. А. Стреливайте на него. На воде чорах. Угу. А в тур кого-нибудь там сжег, не? Нет, просто молоко. А он вообще у нас где-то был, бегал. Я видел просто. В атаке был. Ну, Раздуник там брал. Я финика. Не знаю, они там что-то сперна на обход, а вот не особо. Ты смотри на Даркса. Ха-ха-ха! Чувак, хорошо. Получил вообще. Как это вообще? Промка пильнул. Может, он думал свой это? Чё, Хаттаба убивает и рубит? Да он ранен. Вам аждоник не простит, если вы зарубите. Украл боха нашего, это мы им не достал. Кого-то мы храм простреляли. О господи, что там аждоник делает с этим метисом? Он с ним породит. Тепла? Убьет, не убьет, играет ромашка. Это за ты зашел и на какой карте сидит.
кто рядом был. Зоник, наверное, в теплах смотрел. Да. А этот куда убежал вообще? Труник какой-то. Джонни Керлиас. Да, Джонни. Да. Он вообще даже не фурычит. Походу рад. Он, кстати, под этим ником же в тесте, по-моему. Ну, у него да. Был такой. Человек как бот? Да. Человек пароход. Садень. Ой, мужчина. Где сейчас сметана на мои мины не нравится? Что за хоть? Да сейчас так без котлет. Что это за херня? В Джоне происходит, смотри. Ох, ложить. А, кто-то зашел за бота и убил себя? Да не зашел он за бота, это есть этот. Ловик. Он себя решил убить? Да. Ну, мне кажется, можно рубить, остался Зоник в лобби. Ну, сейчас, подожди, а геймер. Либо он вышел, он за сторону триггера вышел. Бот. Он на половине триггера, видишь, лежит. Да не должно его даже бот. Сейчас Зоник выключит цель. И он уничтожит. Там никого нет. А он-то этого не знает. Нужно в полный рост пройти. Пишу. Но вдруг краб сюда попадет. Да. Чё, краб, всё что ли? Там ребята уже заскучали, мне кажется. Да. Да, эх, наверное. Ко мне кого-нибудь убили на юго-западе? В смысле, атака? Да, мы кого-нибудь убили, но это, я ранил одного только. Ну где ты? Давно были четко выпили. В доке вообще нам было трудно объект отвлечь. А в доме бумажки сыпалила, а это он под аздоника заехал. Минус крабик. Краб уехал? Ну там нет, прилетело. Я видел турбо, решил отработать еще очередь. И вышел, пришел. Странно, подал. Я видел кусочку после меня пошли. Кусочек тура? Это тут гребаный спектатор, который не увеличишь. Который лагает. Нет. А чё, кстати, позволяю? Чинить его, чтобы посмотреть статку, зайти, чтобы убрать кидалось. Это надо делать в рации отменять что-то. Что конкретно не знаю, не смотрю. Ой, что? Все, Зоник, гейминг словит, давайте. Подожди, может у него еще один заряд есть? Нет. Может сейчас надюпит. Блин, кто-то был уже дух давно. Нарисовал ножом. А ты заметил, да, заметил. Пока мой. С другой стороны там. Давай забудь, чем где пучка такая. Конусообразная пучка. Сушилка. А это Макдок. Ну бог, а мне говорят, что тут БМД. Хей, хей. А, тут БМД. Достал.
А здание взорвался? Нет. Да не бывает. Ой, это уже. Сейчас они вдвоем вообще всю сторону убили. Там лежит. Чем меня убили? Ты метки посмотри, там мина стоит. Да. Я думаю, все уже подорвались на нем. Там еще разминировали. Вот ты был последний. Да. Взрыва было всего лишь два. Так все хорошо. А мин 4 был. Начиналось. Потап не сдается. Сейчас он только строился. Ребятка едет, черт, да? Давай, метисом из-под воды, давай. Или Бэха скатит сейчас. У меня Бэха. Эволюция стоит, жизни выползает на сушу. Одноклеточная. Сейчас ему там прилетит. Да нет, Гонза бежит. Гонза его сейчас возьмет. Он его не видит. Но у меня Гонза хлоп. Ну там уже. Там уже. Кто-то живой, что ли, есть в Бэхе? Да. Нет, 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 в Бэхе нет. А чё у меня звук, как будто башка. Это она шит. Прыгает. А. Чё не на волнах качается. Чё, не техника прикрывает? Аздоника, слушает. Все, тогда будет умер. Вот черепах превращается. Ты ночь хочешь? Воркаут. На пляже он загорает. Да. Вот сейчас лол будет, если он сядет, еще их расстреляет. Он затащи, надо. Опс! Не дальнет. Да не надо. Не надо, но бас, а. Да.
укрытие. Укрытие не пробил. Опять не пробил. Кошку выбил. Оу! Герой! Герой, герой! Не, ну он не горит и не тонет. Да блин, руки поломаны, ноги поломаны. Просто это бензич прям по рукаве там стекает. Это. За шиворот. Жопа сгорела там, да. Ну это чтобы бэхи не воровали, это вот на тоталике, короче.